Вышли на прогулку. Яблоня у нас тут. Всем сегодня составом взяла с собой вот такой вот отпугиватель для собак. Очень много развелось сейчас, видимо, свадьбы собачьи. И очень много нападений. Поэтому вчера вот я воспользовалась. Очень даже удобная штука. Слава богу, на коз никак это не влияет. Только на собак. Вот встретились нам стая собак. Я на них направила эту штуку. Собачий отпугиватель. И они в рассыпную разбежались в разные стороны. Вот. Такая у нас тут дикая яблоня. И они вот ее объедают. Барона с собой взяли сегодня. Пусть хоть маленько потусуются. В этом году всех коз покрыло, кроме Зули. Зуля у меня не кроется, не знаю, что делать. И ласточки. Ласточка маленькая, козочка. Сегодня в охоте. Поэтому у нас козел вообще сразу в презервативе. Чтобы, не дай бог, не было нечаянного покрытия. Вот это вот мелко. В охоте. Бедный никак не может справиться. У него прямо все сокращается, жопа у него ходуном ходит. Дождик, что ли, начинается. Как хорошо я вот одета так. Можно гулять смело. Но дождь пошел, так барон жует траву. Баран жваль траву. Игры. Все, он все пристает к ней и говорит: да что ты? Ну что ты такая? Ну дай мне, что ты? Почему ты мне не даешь? Никак не можешь поднять. Что такое? Со всеми получалось, а с ней не получается. Вроде все подручно и маленькая такая, что можно, крыть не хочу. И не получается ничего. Все, кормила собаку, видела и все. И пошла. Прямо мне нравится это чудо-фонарик. Прям моментально разбежались все собаки. Прям погода. Короче, дождь пошел. Походу мы пойдем домой. Ой, ну сколько можно, бедный сокол. Но слава богу, что она мне не покрылась тогда. Ласточка. Мы убежали из дома, и она как-то умудрилась залезть к козлу. Я думала, ну все, кошмар. 4 месяца у меня козленька покрылась. Ну, слава богу, не покрылась. И все, сейчас не будем крыть. Главное сейчас не проглядеть, чтобы он в фартуке ходил. Вон там собаки опять, вот я не знаю, видно, не видно. Вот, на расстоянии. Попробую сейчас испытать этот фонарик. Не знаю, видно, не видно, вот. Собака, я на нее направляю. Далеко, наверное. Далеко. Фонарик этот не работает так далеко, получается. Не знаю, вот видно, не видно ее. Вон она. Это она еще с другой собакой ходит. Ворон. Ну-ка. Попробуем вот это, чтобы... Вон она побежала сразу. Не знаю, где она. Вон она. Конечно, не резво. О, когда я долго давлю вот на эту штуку, на, господи, кнопку. У меня увеличено все. В общем, когда на эту долго давлю, тогда она вот убежала. Ну вот так-то вот я вот собак боюсь. И с козами-то тоже. Я говорю, у нас зимой, когда загнали собаки в сугроб по пояс, и я там вообще орала на всю вселенную. И звонила мужу, а он трубку никак не брал, не слышал. Как бы мне вот эта штучка помогла. Так что вот.